Знаете, зачастую, наверное, где-то с 22, 23, а иногда даже с 20, где-то до 30 примерно, женщины всегда думают, что «О, я самая клевая, самая прекрасная, ты должен передо мной преклоняться, и, соответственно, все блага твои, которые у тебя есть, должны отдаться мне». Просто так. Кто-то выставляет свой прайс откровенно, как вот эта вот мадам, говоря, что, допустим, на волосы она тратит столько-то, на эпиляцию лазерную она тратит столько-то. То есть на каждую какую-то зону, так сказать, у нее уходит определенная сумма. И, соответственно, раз ты хочешь ее такую красавицу, то ты должен потратиться. Хорошо, окей, ты должен потратиться. Но, с другой стороны, что ты получаешь? По сути, женщина была использована. Вероятнее всего, она скрутила себе пробег. Потому что при вопросе, какой ты у нее, она скажет тебе либо по классике третий, либо еще хлеще, она скажет второй. Вот. Ну, в идеале, конечно, она скажет, что ты 101-й, кем ты будешь являться, соответственно. Но, тем не менее, то есть она ставит ценник, который действительно очень высокий. Вот. Помимо денег, которые ты будешь тратить на ее уход, ты будешь тратить на жилье, на еду и прочее-прочее. То есть она даже об этом не говорит. Это уже включено в стоимость, соответственно. Точнее, не включено, но подразумевается.